Я приветствую всех семиклассников на уроке географии. Мы работаем в дистанционном режиме. С вами Наталья Алексеевна. Ребята, прежде чем начать урок, я хочу напомнить вам о том, чтобы вы регулярно выполняли домашнее задание, и те учащиеся, чьи фамилии я называю в конце презентации, вы должны выкладывать свои выполненные работы в сетевой город. Обязательно указать вверху свою фамилию, имя и класс. Ну а сейчас мы продолжаем урок. Откройте, пожалуйста, свои тетради, запишите число и тему сегодняшнего урока. Сегодня мы заканчиваем изучать материк Северная Америка, и тема нашего урока – Средняя Америка, точка Мексика. На уроке мы познакомимся с тем, что собой представляет регион Средняя Америка, какие государства в него входят, ну и подробнее узнаем о Мексике, где находится это государство, каков у нее рельеф, климат, какие природные зоны, кто проживает на территории Мексики, а также чем занимается население. Итак, начинаем. Страны Средней Америки. Что же это за государство? Посмотрите на мой слайд, и вы увидите. Между Северной Америкой и Южной Америкой вот эта часть, как бы серединочка всего американского как бы континента, это и есть Средняя Америка. К ним относятся государства Мексика, а также вот эти страны – Белиз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама. Район находится в самой узкой части материка, именно поэтому большинство стран региона имеет очень небольшие размеры. Единственное исключение – Мексика. В регион также входят страны Панамского перешейка. Вот они здесь. Итак, Мексика. Древнейшее государство на американском континенте. Численность населения 112 миллионов человек. Столица – город Мехико. Давая характеристику географического положения, надо сказать, что Мексика занимает крайне южное положение на материке Северная Америка. На севере Мексика граничит с Соединенными Штатами Америки, на юге с государством Гватемала и Белиз. На востоке ее омывает Мексиканский залив и Карибское море, а на западе и юге Тихий океан. Калифорнийский залив далеко вдается в сушу. Столица Мехико расположена вот здесь. Особенности рельефа. Рельеф Мексики разнообразен. Здесь высокие скалистые горы, низкие прибрежные равнины, высокие плато и пустыни. Это продолжение, ребята, гор Кордильер. Большую часть Мексики занимает Мексиканское Нагорье, переходящее на севере в высокие равнины и плато Техаса, Нью-Мексико. С востока, запада и юга оно окружено глубокими расчлененными горными хребтами. То есть рельеф Мексики разнообразный. Климатические особенности. Климат большей части Мексики тропический, на севере субтропический, поэтому в этом государстве, конечно, тепло. Сильно меняется в зависимости от характера рельефа. С востока и юга на территорию проникают влажные тропические воздушные массы. Годовое количество осадков разнообразное. На севере 100-200 мм, поэтому там территории степные и пустынные, а на юге от 2000 до 3000 мм, поэтому там гораздо влажнее и растительность богаче. Если мы посмотрим на природные зоны, которые расположены здесь, то их, конечно, много. Большую часть занимает области высотной поясности, так как эта территория горная, а также пустыни и полупустыни. Есть территории лесостепей, есть территории, покрытые переменно влажными, муссонными лесами. Ну и южнее
Даже можно проследить природные зоны саванн и редколесий, так как совсем рядом находится экватор. Природные зоны Мексики дают нам право посмотреть на то, как разнообразен растительный и животный мир. На севере государства произрастают кактусы, юкка растения, посмотрите на картинки, агава. В жарких районах расположены густые тропические леса с разнообразными видами тропических растений. Несколько видов пальм, каучуконосы, оливковое дерево. На горных склонах растут дуб, сосна, ель. Животный мир также разнообразен. Приспособились к данным условиям такие животные: дикие кошки, луговые собачки, кенгуровые крысы, зайцы, койоты, пума, а в степных районах встречаются даже кабаны. Внутренние воды, то есть те реки и озера, которые есть на территории государства. На территории Мексики, ребята, протекает около 150 рек, две трети которых впадают в Тихий океан, а остальные в Мексиканский залив и Карибское море. Речная сеть на юге более густая. А почему? Давайте ответим с вами вместе. Потому что там выпадает осадков гораздо больше. На севере и западе очень редкая густая речная сеть, потому что там осадков мало и в основном степи и пустыни. Самая крупная река Мексики это Рио Гранде. Эта река является пограничной с Соединенными Штатами Америки. Население. Мексика относится к наиболее молодым странам мира. Более половины жителей составляют лица, не достигшие 20-летнего возраста. Особенностью Мексики является сосредоточение основной массы населения в ее центральных горных районах. Это объясняется прежде всего тем, что здесь сконцентрированы главные промышленные центры страны. Первым европейцем, пришедшим на территории Мексики, был испанский мореплаватель Франциско Фернандес. Если говорить о национальном составе населения, то в основном 60% это метисы, 30% индейцы и только 10% потомки европейцев, то есть тех испанцев, которые прибыли вслед за Колумбом на данную территорию. Религиозный состав это 89% католики и 10% протестанты, то есть религия в основном христианство. На территории Мексики, ребята, достаточно много интересных, красивых, древних сооружений. Эти сооружения являются памятниками всемирного культурного наследия. То есть еще до Колумба жившие здесь индейцы построили уникальные сооружения, которые и сейчас, ребята, привлекают в страну многочисленных туристов. Всего насчитывается в Мексике 34 объекта, 28 культурных, 6 природных, 10 из которых являются шедеврами. Давайте познакомимся с ними хотя бы по рисункам. Это в основном древние города, древних народов, народов инков, ацтеков, народов майя. В этой местности много веков назад жили эти люди. Так вот, древний город Чичен-Итса, древний город Эль-Тахин и также древний город, который вот перед вами на рисунке. Кроме этого, очень интересное местечко показано на рисунке, это место выращивания уникального растения агавы. Это похожее на нас, на ананас растение является одним из растений, которые выращивают специально в Мексике за его целебные свойства. Ну и в конце урока я объясняю домашнее задание.
Всем вам нужно прочитать параграф 48. Возможно, кто-то захочет еще разок посмотреть презентацию. Используя текст учебника и карту атласа, страница 37, всем ребятам письменно заполнить таблицу. А сдать на проверку тетради с выполненной работой, то есть выложить в сетевой город, на следующий день, 17 апреля, ребятам 7 А класс Куце Елене, Степе Панасову, Соне Почехоновой, Максиму Сибогатуллину, Кате Хомяковой и Вадику Инжеватову. 7 Б класс Заика Витя, Ване Кириллову, Коле Лафицкому, Далеру Алтинову, Владу Сажневу и Мурзаханову Артуру. Пожалуйста, в назначенное время выложите работу в сетевой город. А вот она, эта таблица. Практически такую мы делали по Соединенным Штатам Америки, а теперь обратите внимание по Мексике. Здесь указывайте, какие полезные ископаемые там люди добывают, что производят в промышленности, и здесь укажите города с населением от 1 до 5 миллионов. А здесь посмотрите и определите, как развивается сельское хозяйство, как используют земли в Мексике люди, что выращивают и какой скот разводят. Вот данную таблицу аккуратно заполняете и выкладываете в сетевой город. На сегодня все, ребята. Всего вам доброго. Урок закончен.